Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас обзорчик весна у товарища Кучинелли у нас уже начинается, что очень радует. Я просто зашла посмотреть, думаю, они вообще-то выставляют новые модели вот так вот по одной, по две. Да, то есть у них нет определенного представления модели, поэтому, ну, как бы конкретно коллекция, да, вот в феврале конкретно коллекция на весну, в сентябре конкретно на осень. Нет, у них такого нет, они в процессе потихонечку, как бы, эти модели добавляют, и вот я вам хочу представить то, что новенького они добавили. Я так понимаю, это начало весны. Вот, и еще нас ждут новые модели, но уже те, которые есть, всего их 4, я там насмотрела, они впечатляют, вот правда впечатляют. Вот смотрите, какой кардиганчик летний, интересная сетка, совершенно интересная, не могу понять, как связано, интересно связана модель. Вот это такой вот челлендж, да, допустим, если ее связать, это летний кардиганчик, спиночка удлиненная, передняя деталь чуть короче, резиночка, низ, боковушки, смотрите, очень интересная вещь, мне нравится. Это не из простеньких, как бы, вариант, непростой, но очень, как бы, забавно, вернее, вызывает желание его сделать. Но тут сначала надо разобраться с узором, пока я еще чего, как-то его еще не считала. Непонятно, нужно увеличивать и смотреть. Ну, классная модель, шалевый воротник, застежечка. Ну, вот классический, как бы, модель классического кардиганчика, но с такими интересными элементами, потому что, вот смотрите, здесь и на рукаве это полоса резинки, и по бокам это полоса резинки. Красиво, вот красиво, заморочливо и симпатично, мне понравилось. Ну вот узор, пока я же говорю, я пока его не разгадала, эту сетку, и ею у нас будут исполнены несколько моделей, насколько я поняла. Ну и предполагаю, что они еще будут, эти модели летние, ну, весна-лето. Это еще только начало, первые начали появляться с этой коллекции. Ну уж очень заманчиво вот это вот повторить, это чудо. Ну, кстати, вот белый кардиганчик, девчонки, на него у меня есть мини-мастер-класс. Он подробный, там часовое видео на канале. Я оставлю ссылку на него, на этот кардиган. И вот, вы знаете, уже третий обзор, вот он все у меня здесь есть, как бы, этот кардиганчик, и я ж говорю, я сняла на мини-версии, я там и молнию сшивала, и планку это делала, ну, в общем, все. Ну, и есть желание у меня, естественно, его сделать, как бы, в большой версии, там с расчетами на, как бы, на ваш размер. Ну, в принципе, вот третий обзор, и все, только цвет меняется, а модель не меняется. Поэтому я могу предположить, что модель достаточно продаваема, раз она вот уже, как бы, длительное время находится. Сначала он был в таком бежевом цвете. Вот этот кардиганчик, исполнен он из хлопка, так предполагаю. Я, кстати, про состав не оговариваю, потому что, ну, это уже когда, ну, это летний вариант, или он хлопок, да. Если вязать, то уже надо углубляться. Я, как бы, по новинкам, по моделям сейчас делаю обзорчик. И вот смотрите, там белая, здесь черная. Вот такая вот жилет, футболка, тоже с, кстати, этим же узором. Видите, вот этой же сеткой. Те же полосы, вот если вам видно, мне, ну, на компьютере видно, но с телефона, я думаю, не будет видно. Те же полосы, как бы, декоративные, из резинки использованы. Вот эту футболку, кстати, очень интересно связать, и я думаю, она не длинная, она такая чуть ниже талии, что очень, как бы, ну, летний вариант, да. Тут что говорить, это летний вариант. Жалко, что, ну, я думаю, что еще в цветах появится. Видите, она, руки девушка подняла, и она уже получилась короткая. Вот мне бы разобраться с этим узором. Вот он, смотрите, там, где увеличенный вариант, там похоже на соты, но это не соты, это такая какая-то с
сетка интересная. Вот надо бы мне посидеть и с ней поковыряться, сначала разобраться с узором, а потом уже можно будет. Вот эти две модели прям восторг. Вы знаете, я же говорю, сейчас я вам представлю несколько, их, по-моему, 4 будет. Это уже третья, нет, не 4, 5. 5 будет, вот. Но и все они достаточно интересные. Вот, четвертая тоже. Но здесь белый джемперочек, V-образный вырез. Здесь тоже очень интересный узор. Но если на приближении его посмотреть, то он как бы крючком, этот узор. Это не спицами, крючком. Ну, а сама модель совсем простая. Там ровный рукав, ровный силуэт, V-образный вырез, спущенный рукавчик, плечо спущено. Могу предположить, что есть как бы скос плеча. Вот, в принципе, и все, как бы по моему ощущению, как связана модель, но очень интересный летний узор, да. Узор крючком, еще раз говорю, там хорошо видно на приближении, что узор крючком. А, кстати, у меня девчонки спрашивали, это же ручная вязка, ну, когда я ходила в этот магазин Кучинелли, может быть, я в него и зайду весной, вот весенние модельки посмотрю. Вот, и девчонки спрашивали, ручная ли работа. Нет, девчонки, там машинная вязка, там не совсем не ручная работа, поэтому, ну, я же могу отличить ручную работу от машинной вязки, вот. Поэтому Кучинелли не ручная работа. Вот видите? Нет, не крючком. Вот сейчас я уже увидела на компьютере, потому что я фотографии делала в теле. Это спицами. Девчонки, я уже теперь четко вижу, что это спицами узор. Надо тоже разбираться. Да, надо будет посидеть над этими узорчиками, потому что на весну нам нужно что-то сообразить, правильно, летненько, из хлопка, из льна, чего-то интересненького. Вот, может, Вика все-таки до Турции доедет и что-то интересное там найдет, я в смысле пряжи. Ну, в общем, посмотрим. И последняя модель, вот, кстати, простая, но насколько интересная. Тут сама модель максимально простая, комбинация лицевой глади и тоже узора с сеткой, тоже сетка интересная, тоже ее нужно будет попробовать. Такая интересная, вот необычная все равно, вот как-то она там интересно сделана. Ну, в общем, тоже нужно будет посидеть. Да, и простой узор, но пряжа там лен, точно помню, лен с чем-то. И масенькие-масенькие такие пайеточки, пайетулечки, малюпусенькие. Смотрите, классная, интересная модель. Сильно спущен рукав. Есть там скос плеча. Есть там окат небольшой. Вот посмотрите, здесь хорошо видно. Ну, проймы там однозначно нет. Окат, скос. Вот. И широкая сама модель и рукавчик. Вот. То есть все модели, которые вот новенькие, которые я вам представляю, очень даже симпатичные. И очень даже хочется их сделать. Вот такой вот мой сегодня обзорчик. Вот, на сегодня я с вами прощаюсь. Свои мнения, пожалуйста. Вот, смотрите, близко вид. Смотрите, какой интересный узор. Вот сетка какая-то, как будто двухрядная эта дырка. Как ее сделать, я пока понятия не могу. Но я попробую. Попробую, девчонки, все-таки эту сетку сделать, потому что этот джемперок мне нравится летний. Вот. И да, все мне. Из этого обзора мне нравится все. Вот честно. Вот. А теперь пишите вы, что вам нравится, что не нравится, как вы думаете. Вот. А я с вами прощаюсь. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.